Всем привет, меня зовут Илья. В сегодняшнем видео я расскажу про технику мьюта на бас-гитаре. Покажу три варианта глушения, три варианта мьюта. Глушение правой рукой, глушение левой рукой, глушение обеими руками. Также расскажу, зачем это надо, где применять и как это развивать. Слово мьют буквально обозначает приглушить, остановить звучание. Но если дело касается игры на музыкальном инструменте, это значит, что мы частично глушим, частично останавливаем звучание ноты. Нота сохраняет свою высоту, но при этом теряет свой обертонный состав и теряет свой тембральный окрас. Это очень крутой козырь в рукаве музыканта, и владение мьютом позволяет человеку, позволяет басисту расширить свой диапазон красок, расширить диапазон тембров инструмента, выжать максимум из своей палки. Итак, начнем с первого варианта глушения, это глушение правой рукой, самый часто используемый вариант, самый хорошо комбинированный с другими техниками. Звучит вот так. Что же нужно для того, чтобы получить данный волшебный звук? Для этого нам нужна ладонь, точнее ребро ладони, которое лежит на струнах, вот так, и приглушает ее. И одновременно мы должны извлекать большим пальцем звук. Например, возьмем ноту соль, и получится такой звук, близкий к контрабасу. Очень приятный и ласкающий слух. Данное положение правой руки на инструменте я рекомендую поискать индивидуально, потому что у всех своя физиология, у всех свои руки, у всех своя бас-гитара, у кого-то 4, у кого-то 5, у кого-то 6 струн, разное расстояние между струнами, поэтому здесь нельзя сказать, вот надо только так и только никак по-другому. Поэтому поищите индивидуально, попробуйте зажать соль и поискать вот этот звук, похожий на контрабасовый. Со временем вы поймете, как надо, со временем вы найдете свой звук, который вам нравится, и останетесь на этом варианте всегда. После большого пальца, как только вы нащупали вот это звучание, которое вам понравилось, вы сказали, да, окей, это мьют, похоже на мьют, далее нам нужен указательный палец, он очень важен. Это как в слэпе, мы играем октавы, здесь подобное движение. Переносим его со слэпа. Только это как слэп, только мы не отпускаем ладонь от струн. Держим ладонь на струну. Должны получить такое движение. Найдите вот этот звук. Здесь еще преимущество в том, что вы всегда можете отпустить этот указательный палец, звучание ноты, и получить слэп. У вас очень... Тем самым появляется очень широкий динамический диапазон инструмента, очень широкий вариант тембров. И вы это можете использовать в своей игре и разнообразить звучание вашего инструмента и вас. Хорошей практикой здесь будет представление в голове ударных инструментов, каких-то битов, каких-то партий ритмических рисунков и перенос это на игру октав, игру мьюта. Например, вот такой рисунок. Здесь, как правило, самая низкая нота, которая извлекается большим пальцем, это бочка, а самая высокая нота, которая указательным, это малый барабан. И проигрывайте эти биты, представляете, можете снимать эти ударные, любую песню включить, к примеру, какую хотите, роковую, там, не знаю, хип-хоп, и попробовать вот этот ритмический рисунок наложить на свой мьют. Следующий уровень сложности повышаем, это извлечение 16-х нот. Если мы будем играть одним пальцем, мы очень быстро устанем, это очень сложно, на концерте практически невозможно это сделать, и вы, скорее всего, от этого откажетесь и не сможете играть это. Поэтому здесь есть указательный палец, и мы можем извлекать 16 ноты при помощи еще и указательного. Таким образом, вот это движение на одной струне. Итак, по пунктам. Первый вариант – правая рука. Сначала ищем звук. У каждого индивидуально. Находим для себя звук. Находим положение физиологически. Получаем правильный звук. Далее добавляем указательный палец, октавы. В этом варианте очень хорошо смешивается со слэпом. Я любил всегда эту технику за счет того, что я могу очень сильно динамически расширить звучание инструмента. Я могу отпустить нужный момент, разжать ноту и получится слэп. Thank you.
это одна из главных причин, почему я использую эту технику. Это то, что я могу ее легко комбинировать со слэпом. Могу рожать ноту, сделать слэп. Это придает более фирменности вашему звучанию. Не только просто слово сухое, динамический диапазон, динамический тембральный инструмент, но и фирменности фраз, какие-то новые идеи. Эта техника тем самым даже позволяет каких-то интересных рифов насочинять, не таких, как у всех, т.д. и т.п. То есть это довольно расширяет кругозор басиста. Дальше добавляем 16-е, большой плюс указательный, и смешиваем со всем остальным, с октавами, к примеру. Для новичков, которые смотрят мое видео, я подготовил небольшой простой риф для разыгрывания мьютом, для тренировки мьюта, группа Audioslave. Я совершенно не фанат такой музыки, далек от этого, на другой планете нахожусь, в другой вселенной, в другой параллельной реальности. Но я остановился на нем, как у меня попался, я решил его оставить, пусть будет. Может, кому-то понравится, он несложный, и можно потренироваться, играть простые партии мьютом. И постепенно перекладывая эту технику, если вы ее не владеете, на свои партии, пробуя, как это будет звучать, пробуя на репетициях, пробуя дома при занятиях. Что касается того, где можно использовать эту технику и зачем она вообще нужна. Во-первых, хочу сказать, что этот тембр очень хорошо подойдет для каких-то камерных составов, камерных концертов небольших. Например, джазовое трио в клубе или какой-то акустический концерт с акустической гитарой, с акустическими инструментами. Звук баса становится ближе к контрабасу, к акустическому басу в том числе. И тем самым дает вам вариант не покупать, например, того же акустического баса, играя мьютом, делая его более акустическим, хорошо сочетаясь с акустическими инструментами и небольшими составами. Все бас-гитаристы, которые играли много таких всяких квартирников, небольших концертов, там, не знаю, дуэтов, трио, где нужно в том числе и много играть на басу, и широкий диапазон тембров, играть разными звуками, так скажем, разными техниками, то все басисты, у которых есть такой опыт, они владеют этой техникой. Второй вариант мьюта – это мьют левой рукой. Левой рукой. Так как я человек грамотный, я обратился к первоисточнику, и в свое время я сыграл полностью школу Фрэнсиса Рок Прести Fingerstyle Funk Bass, которая, в принципе, построена на творчестве группы Tower of Power. В свое время я сыграл эту школу полностью, не скажу, что она мне пригодилась, но у меня было много времени, я был студентом, у меня горели глаза, не то, что сейчас, и тогда у меня было на это время, и голова работала по-другому, поэтому я ее как-то всю сыграл, и в какой-то степени она на меня повлияла, не полностью, но там есть не только тема мьюта, там есть тема и как играть рэки от первоисточника фирменный, как это надо делать. И много всего вообще интересного. Так что можете ознакомиться, на ютубе эта школа есть. Глушение левой рукой. Что для этого нужно? Правая рука у нас в обычном режиме, левая рука берет стоника или ноту, которую мы хотим сыграть, зажимается указательным пальцем, все как обычно. Но при этом мы кладем все остальные пальцы, там средний, безымянный, мизинец на гриф, но не отпуская ноту, в данном случае ноту соль. Тем самым также мы немножко поддушиваем ноту, но делаем так, чтобы тон сохранился, чтобы высота ноты сохранилась. До конца не глушим. Тембр получается другой, нежели если мы глушим правой рукой. Соответственно, здесь мы можем и плюс еще расширить свой тембральный диапазон инструмента. У мьюта левой рукой есть свои минусы и плюсы. К минусам относится то, что мы не можем использовать никакие пальцы, кроме указательного. Остальные пальцы у нас задействованы в глушении. Мы их не можем ими сыграть ноты. Мы не можем сыграть там, в большом темпе, например, в одной позиции. Мы должны двигаться горизонтально по грифу. Тем самым распределяя нагрузку физическую с пальцев на руку, на всю руку. То есть мы должны делать какие-то усилия для того, чтобы передвинуть руку. Вот таким образом. Это дело привычки, к этому надо привыкнуть, не все поймут. Конечно, по теории, по как бы канонам игры на басу, все должно быть максимально в одной позиции, все должно быть просто. И эта техника разрушает этот канон, и она не такая.
Но это не значит, что она не заслуживает на жизнь. У этой техники глушения левой рукой есть свой большой плюс, который мне очень нравится, и он делает эту технику используемой. Это вариант и возможность очень быстро переключаться с мьюта на обычную технику, с приглушенной задушенной ноты на полноценную звучащую ноту. В отличие от того, что мы делаем правой рукой, здесь это сложно сделать. Ну, вот так уже у меня проблема сыграть. Я не могу, это какое-то извращенство. Благодаря этой возможности мы можем делать вот такие смешанные рифы. Последний вариант мьюта – это глушение и правой, и левой рукой одновременно. Честно сказать, не знаю, играл ли или играет ли кто-то так на этой планете из басистов, но я обнаружил этот вариант на одной из репетиций, где нужно было играть современный бас, современное звучание, электронное. Как это звучит? Данный вариант глушения подойдет для тех, кто ищет современное звучание, играет современную музыку, такой синт-бас, околоэлектронный, современный, сухой. Но я заметил такую тенденцию, что тембр этой техники, он очень зависит от комбика, от оборудования. Иногда мне нравится на определенных комбиках, на определенных реп-точках, очень круто звучит. Но дома мне не очень нравится, к примеру, да, я бы не стал так играть дома. Не хватает чего-то. Но в некоторых ситуациях звучит очень круто, прям как будто на синтезаторе играешь что-то. Можно получить, если постараться. На этом это все в плане мьюта на сегодня. Все, что я хотел сказать. Надеюсь, емко, но при этом не сложно и полезно. Главное, что полезно. Пишите комментарии, если что-то не так, что-то упустил, где-то свои варианты, где-то что-то там подкорректируйте. Всегда посмотрю, почитаю. На этом все. Спасибо. Всем любви, доброты, пока.